Андрей, cos'è l'arte? Короче говоря, мне кажется, что для того, чтобы строить любую концепцию, в частности, взгляд на искусство, следует прежде всего ответить на другой вопрос, гораздо более важный и общий. Вообще, зачем человек живет? В чем смысл человеческого существования? Использовать наше пребывание здесь, на Земле, для того, чтобы духовно возвыситься. Это наше служить только для этого. Или, скажем, я избрал другой принцип и смысл жизни для себя. Очевидно, искусство для меня выглядело бы в другом смысле, и я бы должен был изобрести что-то другое.